О, нифига себе, я сделал это! Ладно, я могу отпустить пока тебя. Найс! Хитанули, хитанули, ребята, это круто! Рвок это прям вообще имба, это почти как Нюрса, да? Нэнси Уиллер, Стив Харрингтон и наш кроша! Красавчик Демогорган, ребятки! О боже мой, какой же он! Вот это реально классно, ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии, с вами канал AlexPlay, и мы начинаем. Сегодня давайте поиграем за Демогоргана первого уровня, ребят. У нас будет много-много видеороликов. Обязательно его прокачаем. Смотрите, он крадется. Он крадется. Он кого-то учуял. Не, это реально круто. Это просто найс. Ну-ка, давай, улыбнись. Улыбнись, милаха. Так, ну что ж, я даже не знаю, какие у него способности. У него есть выброс, у него есть разрушитель разума и жестокая изоляция. Фух, это будет круто. Давайте немножечко прокачаем Демогоргана нашего. Первое, что нам попадается, это очки Барб. Словно очки, побывавшие на изнанке. Слегка ускоряет восстановление силы, необходимой для путешествия по изнанке. Прикольно. Будем брать, стараться что-нибудь новое, да? Нам пригодятся аддоны. Уровень 2. Так. О, крысиный хвост. Жесткий крысиный хвост, который может съесть Демогорган. Слегка ускоряет открытие портала. Прикольно, прокачиваем, прокачиваем. Отлично, найс. Все новые перки обязательно берем. Крысиный хвост опять нам попадается, давайте посмотрим. Тут у нас подарочек, возьмем. Чуткий слух, давайте. По-хорошему, до 15 бы его прокачать, да, чтобы он уже полноценный был. Крысиный хвост, также, что-то новое. Крысиная печенька, хлюпающая кучка мягкой соленой печени. Хлюпающая кучка мягкой соленой печени. А, я думал, печенька, печенка, крысина. Фу, боже мой. Слегка увеличивает скорость передвижения убийцы во время зарядки навыка из бездны. Прикольно. Берем, давайте перк тоже возьмем. Ну, а идем дальше. 5 уровень. Что тут новое у нас? Подарок. Гнилая тыква. Мякость тыквы, прогнившая на зараженной почве Хоукинса. Увеличивает общее число доступных порталов на 1. Ага, то есть порталы ограничены, да? Я не знаю, сколько их там, 2, 3, 5 будет. В общем, будем смотреть, изучать. Медная зажигалка. Зажигалка, из которой случилась беда. Зажигалка, из-за которой случилась беда. А, это которая девочка из-за зажигалки его вызвала, да? И из-за этой зажигалки появился этот Демогорган. Так, на выживших, подвергавшихся влиянию портала, действует эффект слепота. Когда контакт с порталом прерывается, эффект остается на 45 секунд. Прикольно, берем. Так, это, наверное, тоже возьмем, пригодится нам. Слушай, ну найс, классно. Классно, ребят. 6 уровень. Черное сердце. Черное гнилое сердце, вырванное из груди существа с щупальцами, обитающего на изнанке. Слегка ускоряет активацию навыка из бездны. Так, возьмем давайте. Найс, 7 уровень. Так, что-то интересное. Протухшая требуха, гнилые внутренности, служащие пищей для Демогоргана, слегка повышает скорость передвижения убийцы во время путешествия по изнанке. Берем. Будем стараться что-нибудь новенькое искать. Кишки Мяуса. Вкусные внутренности случайной жертвы увеличивают общее число доступных порталов на 1. Слегка замедляет активацию навыка из бездны. Прикольно. Это у нас было все. Возьмем. Так, какой уже 8-й левел? Давайте идем дальше. Липкая слизь, зловонное клейкое вещество, покрывающее межпространственные туннели, слегка увеличивает радиус, на котором способность из бездны обнаруживает выживших. Она еще выживших обнаруживает? Гнилые внутренности, служащие пищей для Демогоргана, слегка повышает скорость передвижения убийцы во время путешествия по изнанке. Прикольно, так, это у нас все было уже. Это у нас тоже все было. Что-нибудь новенькое хочется посмотреть. О, какой-то свисток, смотрите. Липкая слизь была, да? Слегка увеличит радиус, на который способность из бездны обнаруживает выживших. Отлично. Гнилая тыква у нас была. Вот это что такое интересное? Свисток спасателя, ржавый железный свисток, что когда-то был законом в бассейне Хоукинса. На выживших, подвергшихся влиянию портала, действует эффект усталости. Когда контакт с порталом прерывается, эффект снижен на 5 секунд. Прикольная штучка, можно использовать. Так, это все возьмем. Увеличивает общее число доступных порталов. Я думаю, гнилая тыква будет актуальна. Да, будем брать гнилую тыкву. 10 уже уровень, отлично. Что тут интересно? Очки у нас были, да? Кусок пазла. Чрезвычайно увеличивает шанс отправиться в мясокомбинат Гидеон после сожжения. Нам по-любому нужен будет вот этот перк. Давайте возьмем его. Крысиная печень. Давайте вот, не знаю, так возьмем. Чё, один... Блин, я сейчас все вкачаю в него. Нам хватит вообще, нет? Этот перк по-любому надо брать. Вот это что такое? Клейкая паутина. Влажная тягущая паутина, расширяющая межпространственный туннель, слегка замедляет запечатывание порталов выжившими. Прикольно, берем. Ну давай, я думаю, нам должно хватить, да? Уже 12 уровень. До 15 мы его прокачаем. О, жестокая изоляция. Так, по-любому сюда давайте идем. Надо прокачивать. Все новенькие забираем. 13-е, ребятки.
Отлично. Кишки мяуса увеличивают общее число доступных порталов на один. Так, это у нас было, да, по-моему? Давайте, нам надо перк все равно прокачивать. Так, отлично. Фу, куда тут пойдем, куда тут пойдем? Мне, в принципе, сумеречные шпионы не нужны, ну. Будем брать. О, банка! Банка 11. Банка из-под газировки, заряженная телекинетической энергией. Слегка ускоряет восстановление силы, необходимо для путешествия по изнанке. Путешествие по изнанке. Прикольно. Так, ну и что-нибудь новенькое возьмем, все. Давайте, все, ребят, 15 уровень, отлично. Ну, сейчас возьмем только тут. О, кстати, пудинг по-любому нам надо брать. О, вот это я, наверное, возьму. Это нам пригодится. У нас есть шанс Мементо Мори сделать. Найс, ребята. Так, ну что ж, я думаю, мы прокачались. Сейчас сюда что-нибудь возьмем. Аддон я пока не буду брать, чисто для того, чтобы просто проверить немножечко нашего Демогоргона. Вот. Без, как он будет играть без перков. Я специально взял три навыка для нашего Демогоргона. Это выброс, разрушитель разума и жестокая изоляция. Давайте немножечко почитаем. Первое. В вашем ужасающем присутствии воздух электризуется, а техника начинает сходить с ума. Если вы доводите выжившего до предсмертного состояния, базовая атака, все генераторы в радиусе 24 метров тут же взрываются и портятся. Прогресс их ремонта снижается на 12%. Выброс можно активировать с перерывом 60 секунд. Следующее. Разрушитель разума. Ваша пугающая близость ослабляет жертву и лишает ее сил. Во время ремонта генератора с прогрессом менее 50% на выживших действует эффект усталость. Все текущие таймеры усталости замедляются на время ремонта генератора. Завершишь действие ремонта, выживший снова попадает под действие усталость на 1 секунду. То есть довольно-таки прикольно, если вы его прокачаете. Если вы появитесь рядом с выжившим, он перестает чинить генератор, то есть он будет медленнее бежать, как это время, мы сможем нанести ему хит. Довольно-таки хорошая штучка, если будет прокачана, я думаю. Вот. На секунду 3 бы замедлял, да, я думаю, там будет потом. 3-4, может, ну, 3 точно должно быть. То за 3 секунды, я думаю, мы легко ему хит нанесем. Жестокая изоляция. Ваша связь с иным миром проявляется, когда жертва пытается сбежать. После каждого завершения ремонта генератора, все окна и места для прыжков в радиусе 24 метров от исправного генератора блокируется для всех выживших на 25 секунд. Во время действия навыка вы видите ауру места для прыжков, заблокированных жестокой изоляцией. Тоже классная штучка, если ее прокачать, допустим, там будет 36 метров или там еще побольше. Это будет реально круто, когда выживший заведет генератор, и единственный способ сбежать от вас, как-то увернуться, это будет, конечно же, палета. Все окна будут заблокированы, и у нас будет хороший шанс нанести им хит. Ну что ж, ребятки, погнали, давайте искать лобби, это будет круто. Еще, ребятки, мне интересно, будет ли на него какие-нибудь костюмы, было бы реально классно скины посмотреть. Фу, ну не знаю, смотря как они договорятся с... то есть, Демогорган же имеет авторские права, договорятся ли они с создателем этого Демогоргана на то, что как-то продавать скины, какую-то часть делиться с создателями. Слушай, ну прикольно, я бы хотел посмотреть на разные скины, было бы классно. Какой-нибудь ромашка, представьте себе, будет. Да нет, если будут скины, они явно будут очень устрашающие. Ну и давайте напоследок посмотрим его силу. Из бездны по его телу пробежал разряд чуждой этому миру энергии. Внезапно земля разверглась и поглотила Демогоргона целиком. Из бездны нажмите и удерживайте кнопку силы, чтобы полностью зарядить и активировать способность из бездны. Все выжившие поблизости от портала будут обнаружены инстинктом убийцы. Слушай, вот это мне кажется прикольно. То есть я буду видеть ихнюю ауру. Довольно-таки интересно. Особая атака «Разрыв». Нажмите на кнопку атаки во время зарядки или удержания способности из бездны, чтобы сделать рывок вперед и нанести страшный рассекающий удар. Вот рывок это будет очень круто, и я думаю, выживший понервничает перед этой атакой. Особое умение «Портала». Нажмите на кнопку активной способности для открытия портала на земле перед собой. Путешествие по изнанке, стоя в портале и выделив другой портал, еще раз нажмите на кнопку активной способности, чтобы пройти через изнанку и выскочить из выбранного портала. Ну что, все-таки будем тестить, надеюсь, я вообще дождусь лобби, потому что я думаю, я около часа просто буду ждать. За выживших намного быстрее. Ну, ребятки, вот оно лобби, давайте посмотрим, как... Ёлки-палки, как же круто он смотрится. Найс. Первый, второй.
Найс. Я думаю, они согласятся поиграть со мной. Ха-ха, Мэг Томас, Нэнси, Стив, два Стива даже. Слушай, ну за Стива играет, за Нэнси играет. Какого черта кто-то выбрал Мэг Томас? Так, да, она ушла. Это же тестовый билд, тут должны быть только новенькие, ну, в основном, в частности. Две Нэнси и два Стива, ребятки. Ну что ж, погнали, это будет круто. Найс. Три, два, один. Есть. Первый взгляд. Юху, ребятки, говорят, первый раз самый запоминающийся. Ну что ж, я думаю, мы это надолго запомним. Жалко, нету новой карты. Я не знаю, может быть, ее не доработали, может быть, доработали, но я не знаю. Так, направление бездны, открытый портал. Открыть портал. Так, ну это рывок, подожди, есть рывок. Я могу, ну-ка. А, вот, я ставлю портал. Никого нету. А, я могу потом сюда телепортироваться, все понятно. Так. А, вот моя способность. Ну-ка. А, ну вот. Найс. Найс, ребята. Прикольно. Так, тут давайте сделаем. Иди сюда. Я довольно-таки медлительный, мне кажется, да? Но я могу делать рывки. А как я сделаю рывок? Смотри, 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 бегает. Так, и где ты? Но я только по прямой, я только прямой могу делать рывки. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Окей. Они сейчас просто облапошат. Ну это простой, конечно, хит, я понимаю. Тут еще. Отлично. Смотри, что они делают. Они хотят завести, они все тут тусуются. Втроем. Убежали. Убежали, ребятки. О, нифига себе, я сделал это. Прикольно, рывок реально классный. На прямой действует. Интересно, они по дискорду? Так, ранены. Давайте здесь. Можем резко сюда потом телепортироваться. Мы по-любому посмотрим портал. Тут другой, смотрите, уже чинит. Слушай, ну классно, прям приятно играть. Прям очень приятно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Найс, хит! Вообще, слушай, они сейчас не смогут так по периметру убегать. Это очень круто. Ну-ка, 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 ну-ка. Первая моя жертва. Так, подожди, а как это делается? Так, я имею в виду... О, я вижу их. Он там лечит другую. Ну-ка. Так, смотрим. И где они? Где-то здесь. Я рановато, конечно, это сделал. Так не надо делать. Конечно, я так не успею. Так, подожди, а как? Портал откроем. А как теперь нырять? А, вот, я выбираю. Ну, я выбрал, допустим, и... А... Как нырять-то в него? Я не понял, подожди, я должен тут стоять, наверное, да? Выбираю направление? Да, все, отлично. Я тут появлюсь. Прикольно. Найс, ребят. У нас первый взгляд изучение все-таки. Он так и будет по кругу бегать, что ли? Промазал, 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 боже мой. Да пошел ты нафиг. Там кто еще? Очищает, очищает, смотрите. Отлично. Иди сюда. Слушай, это крипово по-любому выглядит. Найс. Очки крови, мне нужны очки крови. Иди сюда.
Давай. Да, смотрите, что делает, Еще и пытается ослепить, еще и слепит. Получилось, ладно, молодец. Молодец какой. Так, там ребята уже вылечились, наверное. Так, вон раненый бежит. Все, пора ловить, они достали уже. Пошутили и хватит. Пошутили и будет. Так, ну это уже не смешно. Это уже не смешно. Ну-ка. Я какой-то медлительный вообще. А чё такой медленный? Отлично, хит нанес. Самое главное. Так, ну все, короче, пора ловить. Они достали. Подожди, я могу, интересно, портал сделать в этом? Ладно, я могу отпустить пока тебя. Найс. Хитанули, хитанули, ребята, это круто. Рвок это прям вообще имба. Это почти как Нюрса, да? Лайтовая версия Нюрсы. Я думаю, надо в подвал нести. Двоих поймаем, уже будет проще, если двоих в подвал запрем. Так, один есть. А вон, я вижу. Я вижу, вон они побежали. Но она сейчас восстановится? Ну, а где она? Вон она. Так, ну ее я не донесу. Пока здесь ее оставим. Она спускается. Смотри, что делает. Иди сюда. Я промазал. Чувак, ну тебя надо добивать, короче. Блин, ну это... А, ну-ка, подожди, я видел, там кто-то был. Постоянно пытаются этот генератор починить. Где остальные чуваки? Так, вижу. Смотри, вон они вдвоем. Давай, хватит уже. Так, отлично. Отлично. Мне надо прямую какую-то найти. Прости, девочка. Сегодня должны кого-нибудь поймать. Потому что, ну, я первый раз играю. Тут опасно, конечно, проходить. Так, вон мне двое. Чинит. О, я подожди, я могу же, да? Как это делается? Ну-ка, я сейчас тут появлюсь у них. Ладно. Ладно, окей. Я сейчас могу... Попробуем быстренько переместиться. Не, ну тут я явно проиграю. Плохо сыграл, конечно, плохо. Прости, девочка. Пора повисеть тебе еще. Я могу генераторы хорошо контролировать. Ну-ка. Вот это надломать. Надо рядом тут ямку поставить, я думаю. Рядом с этим. Тут давайте поставим. Отлично.
Так, окей. А где я поставил яму? Вот. Ну-ка. Сейчас туда полезем. Слушай, найс, ну это реально, это офигенный контролинг. Промазал, блин. Там кто-то еще был. Так, надо еще научиться. Прощай, чувак. Рядом с крюком. Давай, 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 давай. Бери, бери. А, все, питание подали. Ты какой раз висишь? Чувак, первый раз висит. Слушай, я могу, наверное, поставить рядом с воротами. Так, одни там, другие там ворота. О, вижу чувака. Давай поменяемся. Ты хочешь? Ты действительно этого хочешь? Так, ну-ка. Промазал. Так, окей. Там уже открывают ворота. Я думаю, надо к воротам идти. Хотя навряд ли я успею. Там чувака, наверное, лечат. Они побегут к этим воротам. Я испугал ее. Ну хотя бы испугал. Хотя мог бы хитануть. Че, неужели? Подожди, а куда они пойдут? К другим воротам. Че, серьезно, другие ворота открыли? Офигеть. Блин, печаль, беда. Я пока не научился за него играть, конечно. Бежали. Фу, первый блин комом, ребят. Но мы с вами обязательно еще поиграем за него. О, нормально получил так, нормально. 42 тысячи. Так, смотрим. Ну это все сбросит, тестовый билд, все наши достижения все сбросится. Так, ну средненькие ребята играли. Причем не прокачанные даже. Да, сыграла плохо, но все-таки это первый раз, ребят. Надеюсь, что ваши лайки и комментарии, будет много серий по Dead by Daylight. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал и жмите на колокольчик, потому что на канале AlexPlay выходят офигительно классные игры. Самые крутые и самые новиночки только на канале AlexPlay. Запомните, ребята, имя AlexPlay. Вы еще не раз встретите его и услышите. Всем до скорого, пока-пока.